капризничает в этой кабинзоне. Близко к идеалу, очень близко. Но это просто в шаге от выбирания. Весьма неплохо, но угла надо больше. Угол, конечно, есть, но маловато. Хороший угол, если не сравнивать с отличным. Такое окончание заезда. Поехали! Впереди пара, 100 метров разгона, а дальше пули даши и настоящая жизнь в управляемом заносе. Никовато воздуха, не что повторить. Как же близко, как же круто! Близко, да, это то, что нам нужно! Ну как же так? Погнали! Пришло время выпустить на волю сотни лошадиных сил и превратить в пару новеньких покрышек. Еще чуть-чуть и было бы идеально. Зато на грани разворота. Отлично проработал Гриффинзону. Неплохо, весьма неплохо этот трип. На грани вылета, но в пределах трассы. Педали на углы побольше. Очередной трип, ну что ж, скорее да, чем нет. Угла не хватает, может дело в настройках. Угол тут как самочувствие, удовлетворительный. Ну еще бы 10 градусов по углу. Все угол до финиша, видите. Пилоты могут наконец передохнуть. Старт, и вот теперь эта пружина нервов, которая сжималась в ожидании. Отдает свою энергию машине и трассе. Ради этого стоит жить. Дистанция великовата, уезжает лидер. Вот что такое настоящий парный дрифт. Предельно близкий парный дрифт. Распрямление и на... Стартуем! Никакому Онегину с Ленским и даже их подпушки невозможно увидеть в этой дуэли. Отработал климат, вот это выхода, супер. Траектория как по лекалу, браво. Угла добавить было бы совсем. Смело, большой угол. В следующий раз можно попытаться еще шире. Угол, конечно, есть, но маловато. Тоже за угла становится больно. Судьи просили угол, получите. Автомобилем с трассой, с соперником. Главное не отдать еще больше. Близко вот так вот в каждом заезде. Минимальная дистанция, как требовали судьи. Да, это контакт, ничего. Старт! Публика на трибунах, соперники в автомобилях. Все жили ожиданием дуэли, которая уже началась. Великоват гандикап, надо отыгрывать. Очень близко, главное теперь не отпустить. Мертвый хватка вцепился в лидера. Еще возможность исходной перекладки. Через дверь лидера, какой край. Слишком отпозади там. Минуты ожидания. Два пилота уже на разгоне. Разные миссии, но в итоге будет только один пилот. Скорость нужна, скорость, надо догонять. Круто, очень близко. Даже на старте они не были так близко. Ой, как много прямых колес. Зеленый сигнал, и они поехали. Два автомобиля, два пилота, две боли, два характера. И только одна победа. Минус по траектории будет небольшой. Отлично, главное теперь не заупляться. Таким углом не потерял скорость.